Друзья, всем привет! Сегодня мы идем на Мамай. Почему на лыжах по дороге? Потому что мы... Внимание, внимание! Можно интервью блогерам. Что вы думаете о Мамае? Мамай? Где он? Иван. Нужно траву. Мы идем под травой. Почему вы не пользуетесь снегоходной заброской? Ведь это сейчас так очень модно, прям такое модное движение. Преодолевать себя, да, наверное? И всех вокруг. Короче, мы просто с Ванькой под травой. И поэтому видим снег сразу. Не задаем лишних вопросов, одеваем лыжи и идем. Хорошо, что в городе снег с тротуаров убирают. Мы во фрирайде! Фрирайд! Вот это скатка, да, была? Повторим? Обратно. Иглу. Прочная снежная конструкция с дверью. Вот здесь видно укрепленная. Это, как слышали, у бетонного берги бетон. Это берги снег. Самый прочный снег. Зашли в лес. Ищем место, где ночевать. Вот Катюха, в общем. Катя, ты место под ночевку ищешь под елкой, правильно, да? Да. Все, сейчас здесь, короче, под елкой будем сегодня ночевать. Ванька, заныривай под елку. Ночь под елкой прошла успешно. Готовимся к выходу. Сегодня мы в Мекке сибирского фрирайда на Мамае. Вот наш гид Екатерина ведет нас. Мы не знаем куда. Катя, а куда идем? Наверх. А есть программа? Да. А долго идти? А сколько идти? А какой набор высоты? Какое расстояние? Мне нужно знать ответы на все вопросы. Чего не говоришь? Кормить будет. Наш гид нас завел в какой-то цирк. Снег вокруг, лыжи. Я почему-то думал, что мы пойдем в кунгу. Ведь все настоящие фрирайдеры катаются возле кунга. Ну, нас, короче, нагло обманули. Yeah.
can hit the streets. Gonna visit my ripper docks and make some muscle bleed. Ships are bashing in my top, running hard, my slots are shot. Metal burning beneath my skin, I'm chipping in, chipping in.